полный бред. Нет, это неправильно. Посмотрите на этот носик. Привет, Такана, сейчас я в Японии. Очень многие мои подписчики, они сказали, извини, Такана, что наша передача «Орел и Решка» так поступили и сказали о Корее. Я тоже, конечно, посмотрела. Ну, я перестала смотреть, потому что было несколько неприятных моментов. Я не знаю, вообще программа сама так показывает, когда они путешествуют по другой стране. Было некоторые неправильные информации. Хочу сказать, что неправильно они сказали в «Орел и Решке». Я посмотрела, ну, было интересных моментов, когда ведущий, он пробовал наши рыбы, и реакция, это было прикольно. И показывали место, которое я даже не была. Это было интересно. Но несколько моментов неправильно. Я покажу несколько моментов. Там написано, чтобы помолодеть, здесь делаю маски из слизи морского монстра. Когда я видела, я была с корейцами. Им тоже было очень неприятно. Все корейцы не едят это морского монстра, например, я не могу есть. И мои подружки тоже большинство не могут есть. И мы обычно используем нормальную маску. Вот такого морского монстра делать, это как будто мы дикий народ. Это немножко неприятно, когда мы не делаем. Хочу сказать, что это неправильная информация. И она там носила маски там. Я первый раз видела в жизни, что человек так делают маски. На реке у нас главная река Чонгечон. Там она просто взяла монетку и сказала, что это мои деньги, они не из речки. Полиция побежал к ней. Я не знаю, это вы попросили полиция, чтобы так выглядела программа. Но это очень неуважение для корейцев. Если заранее так они получали разрешение, то окей. Для нас это немножко удивительно было. Потом они поехали в Гангнам, и там девушку нашли и снимали красивую девушку. Сказали, корейская пластическая хирургия. Мне кажется, что это неуважение для человека. Она делала и делала, какая вам разница. Но если вы получили заранее разрешение от нее, тогда окей. Как зрители, нам было немножко в шоке, да. Если она согласилась, то мне не слов. Там еще написано, родители с первым шагом говорили маленьким корейцам, что он должен быть лучшим в садике, а потом лучшим в школе. Я не могу отличать это. У нас в обществе атмосфера такая. Есть оно. Это не причина, что мы пьем алкоголь. Я живу в районе Хонде, где они снимали только пьяных людей. Не все такие. И сказали, что здесь не найдешь ни одного трезвого человека. Они так сказали, ну почему, это очень обидно. Люди после работы и выходные просто приезжают. Некоторые пьют, некоторые просто веселятся, но они только снимали пьяных людей и так сказали, это не так. У всех по венам вместо крови течет водка сожу. Вы же гости приехали, да, в Корею? Если корейская программа так сказали и снимали только пьяные украинские люди из СНГ страны, сказали, а здесь у всех венам только водки, тогда, конечно, это неприятно. Как-то стыдно за правильный воспитанный корейцы. Какая вам разница, вы же приехали сюда специально снимать пьяных людей? Корейцы пашут по 12 часов 6 дней в неделю с 3 днями отпуска в год и живут в постоянном стрессе. Нет, это неправильно. Это полный бред. 3 дня это слишком увеличивает. 15 дней в год. Они снимали какую-то дедушку и так печально выглядит наш народ. Если кожа корейца будет недостаточно белой, а нос недостаточно ровный, его не возьмут на хорошую должность. Вы посмотрели все корейские, у которого хорошие должности? Конечно, первое место должно быть умение работать. Как сколько у него возможности развивать эту компанию? Но если все смотрели только внешности белой кожи, наверное, Корея бы не развивалась так. Тогда все надо было тупее и страна бы разрушалась. Первое, что помогает снимать стресс, это алкоголь. На несколько часов корейцы могут забыть, что завтра новый рабочий день и новый стресс. Вы знаете, у нас в компании бывает начальник заставляет вместе пить, но уже это очень редко бывает. И корейцы, они не хотят пить до поздного.
Мы не специально пьем, чтобы забыть стресс. Когда мы встретились с друзьями, то мы собираемся. Полный бред. Это не из-за этого. Мне очень обидно было, когда я смотрела это. Хоть Корея находится в южнее, чем Крым, но зимой тут бывает холоднее и ветренее, чем у нас. Но наоборот, посмотрите, пожалуйста, если корейская программа приехали в вашу страну и снимали, как бомжи сидят. Как люди будут думать о нашей стране? Мы не скрываем зимой так все на улице. И это не уважение для человека, нет? И здесь одну вещь хочу сказать. Он поехал к продюсеру, чтобы стать айдолом или получить совет. Еще тебе надо сделать пластику, убрать морщины, поднять лицо, чтобы ты выглядел моложе. Если я неправильно понимаю, то извините меня, пожалуйста. Но когда я слышала, как он говорит по-корейски, вначале это было не то. Я не слышала пластической операции, но дублировал неправильно, мне кажется. Оригинальные видео мне надо смотреть, но я думаю, не прямо полностью правильно переводил. Посмотрите на этот носик сделанный, губки пухленькие. Надутые, тонкие ручки женские. Но какая вам разница, если он делал пластику, и кореянки делали пластику? Бывает, которые делала, например, я не хочу делать. Если корейская передача снимали ваше лицо и сказали, вот глаза сделаны, ваш нос сделан, и чтобы все смотрели в вашей стране, вам, наверное, тоже неприятно. Говорят, что мой подписчикам обидно было из-за того, только EXO так сказали, но я думаю, нет. Я не обиделась из-за того, что она сказала, что EXO сделал или не делал. Просто этот человек, это же известная передача, я тоже любила смотреть. Это просто неуважение для человека. А если пройдешь, тебе сделают кучу пластических операций, перекрасят волосы. И что? А, некоторые сделают или не делают. Из разных стран приезжают в Корею, чтобы стать айдолом. И это нам приятно, потому что они обожают Корею и приезжают. Это добро пожаловать, конечно, и нам очень приятно. Но если бы показывали тогда, что люди будут думать? Мы боимся, если в Корее хочешь стать айдолом, надо чуку пластическую операцию надо делать. Они неправильно могут думать. Есть айдоли некрасивые и популярные, и очень хорошо поют. И потом ей пришло сообщение на корейском языке. Она спрашивала у корейца, а что это значит? И орел и решка там сказал. А, значит, а сейчас очень холодно, и будь осторожна. Там переводил так, но это вообще неправильно. Там написано было, сегодня сухая погода, поэтому будьте осторожны, пожалуйста. Пожар, когда вы зажигаете мусорки. Вот, это было правильно. Вы переводили. Если вы неправильно знаете, то не надо было показывать так. Показывали корейские косметики, но там был мини-со, гуанг-гуанг хэндкрим. Да, мини-со это где продают маленькие вещи. Это хэндкрим гуанг-гуанг? Нет, такого марка нету в Корее. Самое деликатное блюдо в Корее? Нет. Вы сказали, как черная икра? Может быть, это потому что, как вы видите, я не отвечаю. Мне это интересно, как вы думаете. Ну, было очень много интересных моментов, но некоторые моменты это сильно ображали о Корее. Со стороны корейцев это не очень приятно было так. Я очень люблю Орел и Решка, посмотрела предыдущую передачу о Сеуле и другой стороне. Я не хочу, чтобы программа приносила извинения, потому что это уже поздно. Все показывали и что. Просто я хочу, чтобы вы исправили информацию неправильную. Мне очень многие подписчики сказали, что извини, Хёна, мне стыдно. Ну почему вам стыдно? Вы ничего не делали. Просто эта программа с их стороны показывали Корею. Я не сильно обижалась, это просто было неприятно. Все равно я очень обожаю Россию, СНГ страна, все. Поэтому, да, спасибо, что смотрели. Спасибо, что вы поддерживали и сказали, Хёна, мы тебя любим. Я тоже очень вас люблю. Ням.